Всім привіт, ребята! Сьогодні я б хотіла б зробити влог по типу My Recently Life of this summer 2023. Але знаєте, типу, це буде дуже антихронологічно, тому що я роблю? Зараз у вас буде тут красива нарізочка цих відео з мого літа під яскравий ремікшик. Ось, а потім більш-менш повний влог з цих вихідних, на які до мене приїжджав мій гарний друг Даня. Ось, тому усім приємного перегляду. Стоп, бро, вчера ancora на бутылке. Доброе утро. Я сейчас собираюсь, еду в Рим. Так у меня супер заботливо, само же собой. Подготовлены вещи, чтобы я не забыла что-то одеть. Мне кажется, у меня в каждом видео присутствует этот пластик. Зачем я ездила, собственно, в Рим? Теперь возвращаюсь обратно в Перуш. Перуш тоже есть микс-маркет. Ну, а если серьезно, у нас была с Даней договоренность встретиться в Риме, прогуляться один день, а потом поехать ко мне в Перуджу. Что, собственно, мы и сделали. Я приехала в Рим раньше Дани на целых 5 часов, поэтому у меня была задача развлечь себя. Я очень люблю витражи и хотелось бы, конечно, зайти, посмотреть на эти витражи изнутри. Потому что я думаю, они выглядят супер красиво. Ну, очередь, чтобы сфотографироваться в зеркале, я выставить не буду. No. Thank you.
Я бегу встречать Даню. Мы договорились встретиться у Колизея. Вот. Мне 20 с копейками минут туда идти. Вот, поэтому я уже бегу. Даня сейчас тоже будет ехать. Супер! Сегодня берем интервью у Юлии. Юлия, здравствуйте. Здравствуйте. Какашка. Какашка отменная. Здравствуйте. Здравствуйте. Какашка. Какашка отменная. Морфетамины. Ну и тут не каннабис. Ну что порытись? Тут есть все. Морфины, кокаины, амфетамины. Та, ну тут вы будете дивитися, ну тут є і канабіс. Да, мне Даня жалуется, что он этим летом еще не был во Франции. Да, я говорю, надо хотя бы в Монако съездить, что ли. Ну я понимаю, Франция нет. Ну хотя бы Монако, ну, хотя можно? Хотя бы в Монако, хотя Пипец. Если вы думали, что это Ватикан, это не Ватикан. Ватикан, туда. Меня спросят, Рим или Париж? Я отвечу Париж. Но если меня спросят Франция или Италия, я скажу Украина. Вообще Одесса. Капибара. Да. Кантино, мне кажется, было на случайно. Простите, потом запикайте. Да, это капибара. Да. Ты уважаешь, я буду звонить. Приехали. Сообщение. Папа Римский? Капибара. Паны. Мы не попали в сады Ватикана, не попали в Ватикан. Поэтому будем планировать еще одну поездку в Рим. Приходится, вот, такие обстоятельства. Давай.
палатку поставили. Идем спать? Да. Ночуем? Сегодня в Риме. Как вам живется в Риме? Дайте, пожалуйста. Hello, I'm street photographer. I'm photographer, photographer di strada. Страдали. Sono photographer страдали. Scusi. Scusi. Sono photographer страдали. Posso fare qualcosa? Окей, понял. Внезапный деп. Да, сегодня мы нашли на Тибуртине походу. Это победа! Он пришел в нормальное время. Никто бы не радовался. Смешное, он опоздал, в принципе, на сколько? На час? Полтора часа. На полтора часа. Ну да, он опоздал уже на полтора часа. Еще и плюс на 10 минут, то есть он опоздал на час 40. Тусовка продолжается. Нам, походу, пытается чувак разбить автобус, которого не посадили просто вместе с нами, который, походу, просрал свой автобус. Он сейчас тарабанил нам в окно. Он до этого пытался устроить махач. Он, да, там такие скандалы были. Он кричал, там, пытался что-то ему доказать, но в конечном итоге у него ничего не вышло. Мы едем без него. Это не его бас. Нет, потом... это конкретно этот, который говорил You're working in the Flix bus. Fucking Flix bus. Не, you're working in Flux bus. Он говорит Flux bus. Flux bus. Я сзади. А? Он сзади стоит. Его ударили. Боже, то раздавить его нахрен. Продолжение репортажа. Сейчас половина второго. Мы все так же стоим в Риме. О! Мы должны были... О, подожди, там... Ура! Говорю, что мне обычно как-то грустно возвращаться в Перуджу всегда после поездок. Вот. А сегодня я так рада, что мы просто доехали. Это просто какой-то капец. Что просто хочется принять горизонтальное положение. И так... Да. И очутиться просто утром на кровати. Затоп. Походу, мы теперь тоже ломбардия. Че, что там затопило сейчас? Так, а можно так как-то пройти, но так, чтобы не повиняться? На спорте. Это, собственно...
спалось еще крепче. Да. Мы же вообще не сонные, полны сил. Сюда вечная тусовка. Круче. У меня спать. Угу. Эстетика. Такой. Clean girl эстетик. Всем доброе утро. В час дня. Два практически. Практически два. We love Flux-Bix. Flux-Bix. Добрый ранок. Нам сказала добрый обид. Бон ранок. Бон ранок. Всім привіт! Зараз ми будемо переносити стол на балкон. Заходьте в сітці. Ні. Мені треба просто той, що з однієї сторони. No, it's unreal, okay? Тусовка, паті. Dragon Ball? А насправді тут? Spider-Man. Bombastic side-eye. Criminal offensive side-eye. Всім привіт, ми в лісу.